2017 году в кулуарах городского акимата зародился очень интересный проект по благоустройству пляжной зоны первого микрорайона. Зона этого проекта предполагала развитие территории пляжа от скальной тропы до солдатского пляжа. В общем, этот проект заглох еще на стадии развития. Успели освоить 5,5 миллиона тенге из 14. Эскизный проект благоустройства набережной от скальной тропы в первом микрорайоне до солдатского пляжа представила архитектор Ольга Белова. Протяженность пляжной зоны составляет 2,5 километра. Общая площадь благоустройства составляет 10 гектаров. Проект будет поделен на два этапа – благоустройство прибрежной зоны, строительство и восстановление пирсов. Основная задача благоустройства данной территории – проложить маршрут вдоль морского побережья от 15-го микрорайона до солдатского пляжа, сделать красивой и удобной прогулочную зону, а также обеспечить жителей города всеми удобствами пляжного отдыха. В проекте предусмотрено несколько видов скамеек и других мест для отдыха, также беседки, урны, фонари, клумбы и 30 видов малых архитектурных форм. Запроектированы 7 общественных туалетов. Предусмотрены детские и спортивные площадки, волейбольные и баскетбольные поля и теннисный корт. Отметила Ольга Белова. Проектом предусмотрены следующие зоны: пешеходная, велосипедная, пляжная, а также зоны озеленения, детские площадки, аквапарк, летние кафе и парковки. Все пляжи планируется оборудовать раздевалками, душевыми навесами, лавочками, настилом из древесно-полимерного композита и кранами для ног. Пляжи планируется очистить от камней и ила, а также завести новый песок. В рамках благоустройства в проекте предусмотрено строительство и восстановление 5 пирсов. Первый пирс спроектирован на существующих останках конструкции старого пирса. Его длина составит 197,3 метра, площадь – 2300 квадратных метров. Он будет оборудован причалами для яхт и катеров. Второй пирс будет иметь овальную форму, площадью 6000 квадратных метров. В центре пирса планируется расположить фонтаны-гейзеры с морской водой, которая с помощью насоса будет фонтанировать вверх и уходить обратно в море. Фонтаны будут подсвечиваться. So let this new day dawn on you. All my niggas killers, you be dead before it dawn on you. Put on your neck. Следующий пирс будет иметь треугольную форму. Его длина составит 272 метра, а площадь – 3500 квадратных метров. В конце пирса предусмотрены причалы для яхт и катеров. Зеленой глади моря, корабли не океана, корабли капитаны покорили простор широт, мира даль миля на миле,
Аквапарк запроектирован на месте существующих водных горок в районе пляжа Манила. Там же будет расположен круглый пирс. На территории пирса расположены взрослые и детские бассейны с горками, навесы, зонтики и шезлонги. По кругу пирса будут находиться спуски в воду. Последний пирс планируется расположить на территории пляжа Нур-Плаза. Общая протяженность пирса составит 120 метров. Play for keeps, you don't get it back. Don't try to link me with them niggas, this a different batch. I'm way further from where that fruit fell. OG, put it, put my name, ringing new bells. So let this new day dawn on you. All my niggas killers, you be dead before it dawn on you. Put on your neck. Oh, yeah, oh, yeah. Baby's gone, yeah, Michelle's. Над тобой стою, как зори, над тобой стою, как зори, наши кино стены надежды. Oh, yeah, oh.